Я вам покажу серию о своем проекте Toy Depart 2014 года. Лео за барабанами, я на гитаре и ритм, и Димитрол на вокале. Вот этот миньон называется Mental Demise, состоит из двух песен. Одна называется The True, правда, а вторая называется Slice of Life. Всего эти песни две на 20 чем-то минут. Короче, это миньон. Называется он Mental Demise. Вот. А это такой типа клип я снял. Вот. Качество, конечно, как я и говорил, записано на диктофон. Вот. Этот альбом выходил на CD. Перепресс. На CyberVox Digital Records и на Vibrio Shackle Records в формате кассеты как сплит с моим другим проектом Варкл. Вот. Тут два миньончика. Варкл на стороне А, на стороне Б. Этот миньон. Вот. Историю самой группы со всеми подробностями читай по ссылочке внизу под этим видео. Это моя закрытая группа на Facebook, единственная официальная группа проекту Toy Depart. Вот. Кстати, ты видишь футболочку Life Illusion. В этой футболочке я выступал в Агате. Это нам выдавала Настя всем участникам группы Life Illusion. Вот. Я ее ношу, потому что прикольный логотипик. Вот. Ну и дома в ней хожу, то есть понятно, на улицу в таком говне не выйдешь, как говорится. Вот. Тем более этой группы уже нету. Вот. Этой группы уже давно нету. Вот. Остались одни воспоминания. И в честь об этих воспоминаниях сейчас появится ссылочка на дебютное выступление Life Illusion на Свароговой кузне 2014 года. Я там участвую справа. То есть справа, да. То есть, собственно, я нахожусь, да, справа. Справа нахожусь, да. Читам, где там справа. Ты смотришь так, значит, справа туда. Я там, короче. Так, ритм гитары. Я говорю, Блэк, ты призыв Блэтерл. Вот. Еще одно, я скажу еще о том, что я с демоникой басисткой айскал на улицах Харькова. Мне дали прозвище Джимми Хендрикс. Мы играли на Пушкинской и на Сумской. Это такая девушка с рыжими волосами, я был в бейсболке с короткой стрижкой тогда еще. Вот, мы играли. То есть она в основном со шляпой бегала, потом я немножко, да. Ну, хорошо, хорошо зарабатывали. Я там играл свою музыку, и то на Пальц, кстати, да, на Пушкинской, да. Зарабатывал денежку и на Хейвальдом играл, да, кстати. Будущий Хейвальд, девы перебора. На Сумской, на остановке около памятника этому мечу. О, да. Я напомню, какого-то ресторана для мажоров, да, там вот тоже, да. Вот. Ну что, хорошо зарабатывали, могу сказать. Я бы и дальше продолжил бы зарабатывать, но демоника мне предложила спуститься на зиму в подземку, а я отказался. Сквозняки — это не для меня. Вот, и как бы улица то одно, а там сквозняки, все чихают, кашляют. Нет, то не мое. Вот, я отказался, и все. Вот, так что Аскал, очень даже хорошо мы зарабатывали, делили пополам прибыль. Вот, отличная тема. Сейчас, по-моему, это не очень и нужная тема. Все, переходи по ссылочке.
внизу на ссылочка на Facebook, страница Тойн Апарт. Вот. Все, пока-пока. Thank you.